1942 год. Ранним утром 7 января четверо военнослужащих полевого банка искали расположение для полевого банка. Они зашли во двор одного дома. И военные заметили то, что эта семья, которая жила в этом доме, была все-таки чем-то огорчена. Оказалось, то, что одна из дочерей в этой семье работала медсестрой в госпитале. А госпиталь сам находился на линии фронта. Там постоянно бомбили, и уже 6 дней родные ничего не знали о судьбе своей дочери и предугадывали о худшем. И вдруг скрипнула калитка. Во двор зашла хрупкая девушка. У нее был очень усталый вид. Кто-то крикнул: «Таня вернулась!» Все бросились во двор, начали ее обнимать, целовать, щупать ей руки, ноги, а будто не верили в то, что она жива и невредима. Вышли во двор и военные порадоваться с семьей. И вдруг глаза Татьяны и Василия встретились. Завязалась переписка. Более 300 писем за 3 года. Они писали друг другу обо всем. О своих знакомых, о своих друзьях, о своих коллегах. Писали о своих событиях, которые происходили с ними. Татьяна писала Василию, например, о том, как однажды ее послали за медикаментами в другое село. Село было далеко, и путь шел через оккупированную немцами территорию. То есть каждую минуту, каждую секунду мог проехать патруль немцев. И как попала она под бомбежку. Когда она шла домой с работы, она внезапно началась бомбежка. Она спряталась за громадным домом. А потом, когда бомбежка закончилась, она вышла из этого дома и увидела то, что из этого громадного, от этого громадного дома осталась только дверь и стена. Татьяна и Василий вместе прожили 40 лет, и поженились они 25 декабря 1945 года.